И добро пожаловать, ребятки, и сегодня у нас будет очень интересная игрушечка под названием Maire When Lights Die. В принципе, эта игра довольно-таки старенькая, наверное, года 2013-2014. Но, в принципе, почему бы нам в нее не сыграть и не попробовать те старые ощущения ужаса, которые раньше были. В принципе, погнали. Так, значит, что у нас тут? Моды, нормал. Вот, ну да, нормал, аудио, только English. А, ну все понятно. Окей, у нас тут очень маленький мод, в принципе. Ну, как бы, настройки маленькие, и, в принципе, у нас Space. Все, окей, понятно. В принципе... Да, все окей. Короче... Если что, игра была сделана четырьмя. Вау! Где это мы? Вау! Офигенно! Игра сделана четырьмя этими студентами и довольно-таки за маленькое время. Поэтому игра вроде реально должна быть клевая. Воу! Куда это нас? Окей, всем приветик. Ё-моё. Чё-то мне, я не хочу выходить из этой белой комнаты. Меня смущает вот тот стул, который... Ладно, окей, погнали. Так, окей, погнали, всё. Всё, всё, идём. Окей, тихо. Ой, тихо, это что? Что-то какие-то зарисовки. Тут какие-то рожи перечеркнуты. Что за вакханалия тут? Окей, двери мы открывать не можем. Окей. Маэра, да, вот. Окей. Ножик, кровище, дерьмище, так. Ладно. Окей, погнали. О! Блин. Фух. Ой. Вот знаете, в чем прикол? Самого интересного. То, что тут длинный коридор. Окей. Воу-воу-воу. Чё за мать его? Чё за хрень? О! Это что такое? Уберите его! Кто за мной гонится? Что? Уберите его от меня! Мне стрёмно! Блин, чё за... Чё за наркомания? Но за мной до сих пор гонится? Вау, чё за мальчик? Вау! Не-не-не-не-не-не-не-не, иди нахрен! Не-не-не-не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не! Окей? Что происходит? Что происходит? Все? Ладно. Так, ребятки, попытка номер два. В принципе, что? Окей. Все, идем и поворачиваем налево, либо направо, я не знаю куда. Не знаю, я бегу куда... я не знаю, куда я бегу. Мне стрёмно. Чё за тиканье? Что за ебаня? Тихо. Лабиринты! Cell of Manager. Окей. Я куда-то бегу. Наверное, там спасение. Окей, стрелочки всё мне укажут. Это чё за хрень? О, твою налево, иди нахрен! Вау! Мне кажется, за мной кто-то идет. Почему такие шаги сзади большие? Ой. А как мне обратно? Че, обратно придется возвращаться? Ладно, окей. Че за мясные головы?
Воу, я в каких-то мясных головах застрял, воу. Какие-то туши, блин, гадость. Фу, фу. Сырые они еще, холодные. Так, тихо. Этого же не было. Ладно, поворачиваем сюда. Окей, ладно, погнали вперед. Вперед. Двигаем мы наши кони. Так, окей, давай. О, твою мать-то! Да мальчик! За нами гонится какая-то хрень! Ой, ребята, ребята, быстрее, быстрее! Она за нами гонится! Пожалуйста, пожалуйста, быстрее! А, она там! Давай, 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 давай! Твою мать! Сука! Чего опять эту? Ладно, поворачиваем. За нами какой-то парень гонится, ребята, мне стрёмно. Так, окей, просто бежим. Какие-то лабиринты, какие-то, господи. Бибоп. Я не знал. Господи, как стрёмно. Ой. Девочка, привет. Можно я как-нибудь сквозь тебя пройду, спасибо. Ой, все. Ой, пиздец, за нами гонится большая говна. За нами какой-то какой мех. О чем ты? За нами какая-то большая бугая. Да, за нами большой бугай гонится, ребята, быстрее, быстрее. Бля, я повернул походу не туда. Можно спрятаться тут? Я не знаю, я бегу, не знаю куда, просто. Погнали в самый вообще жесть. Капец, как стрёмно. Он там, беги, он всё-таки тут ходит. Ребята, он всё-таки тут ходит. Он тут наяривает круги, блин. Беги от этой твари. Нафиг. Просто нафиг валим. Тихо. Тихо. Капец, за нами вот эта хрень гонится еще. Капец, я не знаю, куда идти. Может, тут надо пересидеть, я хз. Так, тихо. Знаю, как бы небезопасно идти туда. Но, в принципе, давай пройдемся. Идите нахрен. Я сюда. Это что? Это что? Чё за комнаты? Капец. Ладно. За нами эта тварь гонится. Блин, ребят. А в принципе он безопасный. Фух. Ребят, я не знаю, куда дальше идти. В принципе, я думаю, на этом мы данную игру закончим. Игра очень прикольная. Игра очень реально интересная. Ой-ой-ой, пиздец, ой, пиздец. Тихо. Ладно, окей. В принципе. На этом все. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Пока-пока.